прежде всего темы «Как быть человеком». Любви к ближнему, любить своих друзей. Чтобы у него были друзья, чтобы научился улаживать конфликты с другими детьми. Как общаться, как себя вести, чтобы научился слушать. Как устроиться в жизни, как быть другом, налаживать отношения. Понять, что мы живем в маленькой стране, и мы должны объединиться. Чтобы был выделен отдельный час на обучение хорошим отношениям с ближними. Прежде всего, научить улыбаться. Для ребенка это очень важно. Правильное воспитание, которое позволит ребенку стать успешным и уважаемым, это обучение тому, как поступать так, чтобы миру было хорошо от него, а ему от мира. Чтобы отношения были добрыми и обоюдными. Если я буду хорошим для всех, это обяжет всех быть хорошими и по отношению ко мне.